Здравствуйте. Здравствуйте. Вы помните меня? Я литератор Довлатов. Я журнал «Рукописи» отдавал. Вы читали? Меня зовут Сергей Довлатов. 60-е закончились с их оттепелью, стремлением к идеалу, относительной свободой. Я редактора послал. Ну вот молодец. Меня и моих друзей-писателей не печатают ни в одном издательстве. Во всяком случае, не печатают то, что написано искренне и всерьез. А если в СССР тебя не публикуют, и ты не член Союза советских писателей, то тебя не существует. Тебя нет. Довлатов, зачем вы это всем иронизируете? Вы способный человек, но сразу видно, что мало понимаете жизнь. Пишите о каких-то мелочах с вашим другом Бродским. Мне кажется, что мы последнее поколение, которое может спасти русскую литературу. Сергей, ты меня не замечаешь. Ты просто шутила, любишь жену. Я думала, ты в меня влюблен. Унижайся перед ним. Зачем тебе дичь писать? А ты пиши, пиши. Что-то после тебя останется. Знаешь, мне часто снится, что долго мы не проживем. Ты совсем с ума сошел? Иди отсюда.